Уже в это воскресенье в центре Чебоксар заработают 13 новых платных парковок. Как они будут организованы, расскажет Рифат Фаткулин. Дом мод, национальный конгресс, гостиница «Чувашия». Чаще всего площадки возле этих зданий превращаются в стихийные стоянки. Автомобили заполонили территории около залива, вдоль домов по улице Ленинградской. Постоянные пробки, помехи для проезда общественного транспорта заставили администрацию столицы поэтапно создавать платные муниципальные парковки. Так можно увеличить оборачиваемость парковочных мест, систематизировать работу уже существующих. Не будет и паркоматов, тариф не изменится, однако есть свои нюансы. Будут изменения в части бесплатного времени размещения транспорта. На текущих парковках он будет составлять 15 минут, на новых возле магазинов 60 минут, возле электроаппаратного завода будет составлять 120 минут. Плата будет происходить через сайт. У нас будет релиз 1 декабря. Сайт будет называться chepparking.ru. Также будет новое мобильное приложение и смс-сообщение. Контролировать оплату будет специальный патруль. Он будет регулярно совершать объезды в будни с 8 до 20 часов. В машине установлена специальная камера автоматической фото-видеофиксации. Машина приезжает, фиксирует на данное оборудование все номера. Эти номера отправляются на сервер. Автовладельцам советуют заранее разобраться в схеме и способах оплаты. Рифат Фаткулин, Республика.